Из-за твоей сраной песни зрители даже не поймут, почему мы оказались в японском квартале. Это же вы звоните по поводу оружейника, который сделал нож. Не подсказывай! Кому интересно, вот сценарий. Потом, когда в интернете будете пересматривать, стоп нажмете и почитаете. Да! Никому не двигаться! Полиция Новокузнецка! Ну, просто у нас ни разу в сериале город не называли. Фиг знает, может, это и правда Новокузнецк? Кстати, если вам интересно, для своих приключений я закупаюсь в магазине 1000 сюжетных мелочей. Только сегодня за полцены. Ветка, за которую можно зацепиться в последний момент. Пуленепробиваемый столик в гостиную. И, конечно, соседка, которая все видела. Это картонный детектив-сова, который отвлекает вас, пока настоящий сова убежал вон туда! Как найти его? Быстро! Дебилы, мы ж тут все двухмерные, это ж мультик! Ты меня задолбал! Давно хотел с тобой поговорить! Камеру убери! Вот на... Ты влез в сценарий, на влез! Ну, какой сценарий мне прислали? Чё ты трындишь? Я знаю, что ты по ночам в студию влезаешь и сам там что-то дописываешь! Как вас зовут? Сова. Кто вы? Сова. Чё вы так смотрите, Юрий Геннадьевич? Сценаристы в нашем сериале не всем персонажам имена дарят. Блин, да кого же ты мне напоминаешь? Точно! Ты же похожа на эту девочку из фильма, как её, Саша Грей, во! У неё тоже есть сверхспособности? Конечно, она такие чудеса вытворяет, прям ух! А кто такая эта Саша Грей? Ну ты чё, наш брак только благодаря ей ещё не развалился! Чтобы вернуть работу, мы сделаем так, чтобы у слона встал! Да, странно звучит. Особенно для тех, кто только что включил наш сериал. Теперь понял. Мне шеф позвонил, сказал, здесь полная жопа. Да пошел ты в... Ну, куда? В другой сериал, где у тебя будет больше слов, чем ну, куда? Такой сериал будет. Зацепись! Ну все, пацаны, оставляем радио няню и в парк? В натуре! Здесь же ни телевизора, ни вкусной еды. Ни Wi-Fi, ни сети, и другие локации не прорисованы. А это значит, что сегодня серия, где мы будем рассказывать истории!